Ну что, идем? А вот какой цветок красивой девочки. Пион. Вот эти два пушистика, смотрите, какие симпатичные. Это две сосеночки, условное название сосна канделябровидная, вообще сосна крымская. В лесу нашли, ну вот такая форма кроны необычная. Хорошо, Тань, спасибо. Что дальше будет, потому что вот как у ребенка, если одни черты лица взрослеет и меняется лицо, точно так же и форма кроны не видна. Между ними можжевельник колючий, вы давайте